Столкнитесь с собой. Да, ну перевод, конечно, это ладно. В эпической истории о чести, мужестве и слияниях. О, блин. Ну, предположим, столкнитесь с врагом в эпической истории о чести, мужестве и скитаниях. Так, Night Marker заставит вас взглянуть на фэнтези с другой точки зрения. Да я уже прочитал, у меня точка зрения поломалась полностью. Это Google переводчик, сорян, народ. Вообще это 2D рогалик с видом, как вы можете обратить внимание, сбоку. С карточной, рандомной системой, так сказать, боя. Ну, графика здесь, в принципе, вполне приемлемая. Анимация, ну, тоже есть, вполне сойдет. Ничего такого, как бы, надоедливого здесь нет. Есть вообще-то здесь достаточное количество врагов. Да, они зачастую внешне похожи, но отличаются по цвету. Но, если честно, лучше так, чем по-другому. Когда все похожи. Единственное, вообще-то мне, что не понравилось в этой игре, тут некоторые музыкальные треки тут аж в сон вгоняют. Так, в принципе, вполне нормальная игра. Вы продвигаетесь по карте, выбирая себе маршрут движения, на котором вы можете встретить различных типов врагов. Неплохо. Я, правда, не понял, так это рандомно здесь карта сделана или нет. Но игрушечка так немного погамать. Вообще-то был бы тут автобой, было бы намного, честно говоря, интереснее. Просто включить и наблюдать, как он тут все гасит или сам дохнет. А без автобоя, как бы, знаете, есть другие игры, где... Ну, хотя бы тут боевка, честно говоря, она не очень-то замедленная, в отличие от других игр карточных, которые я до этого осматривал.